Эй, всем привет! Продолжаем играть в City Skylines. И будем сейчас в жизнь воплощать то, чего мы открыли. Новые здания, новая полиция, новая пожарка, новая большая больница. Сколько? 65 тысяч. Главное, что у нас есть теперь завод по переработке. Стоимость 30, уход 1400 и в неделю 480 тысяч. По-любому вот сюда мы его сейчас вплюхнем. Параллельно к заводу. Вот так вот. И у нас будет здесь переработчик, но только этот еще электричество вырабатывать должен, да? 154, 153. Будешь вырабатывать или не будешь вырабатывать? Пока у тебя просто нету мусора. Ну, давай попробуем здесь освободить этого парня. Не работает. Опа. Не работает. У нас появилось метро. Так, здесь сколько используется? На 8%, здесь на 54%. Давай попробуем здесь очистить. Сюда повезут. Вот сюда повезут. Отлично. Все, хватит чистить. Нам чисто для эксперимента. 7 мегаватт вырабатывает, да? Ну, то есть не густо на самом деле. Не густо. Так, что у нас следующая веха уже 8500 и дамба на 8500 и товарный терминал или железная дорога. Сколько всего. Когда бы это все успевать? Городское планирование, налогообложение. Вот сколько всяких штуковин. Повышенное налогообложение для коммерческих. Для компаний в деловых, снижение, но для жилых низкой. Для коммерческой, для промышленности здесь нету стимуляции. Так, парки, оздоровительные зоны. Здесь все, в принципе, как было. Почти ничего не добавилось. Значит, пока эдиктов тут никаких не будет. Трафик у нас тут окей. Согласен я на этот трафик. Здесь у нас, по-моему, была нефть. Да. Вот, соответственно, мы за 8600 обязательно покупаем это. Более того, я смогу менеджить теперь вот эту развязку. Это откуда они едут? Они едут отсюда и сюда. Так. Хорошо, значит, можно где-то сюда заменеджить будет. Ух ты. А вот здесь вот преступнички у нас появились. Да. Было все тихо и благородно. А теперь вот понимаете ли, давайте будем менеджить вот так. И давай, ну-ка, разгони там всех. Шороху наведите. А то что-то слишком много их. Вот полицейскую нельзя. А жалко. Так вот красиво сюда просится. Давайте вот здесь поставим полицейскую. Так, ну а теперь, что у нас происходит? Городские застройки, горожане живут на квартирных домах, жилые зоны высокой плотности, особенно нравятся молодежи. Давайте попробуем. Вот, блин, не хочу я вот это вот застраивать. Такой живописный райончик. А вот здесь давайте сделаем. Да, получится, нет? Деловая зона, я знаю. Значит, сейчас сделаем, давайте, паузу. Я сейчас сделаю здесь внутренности именно сейчас попробую сделать без зоны и заменить внутреннюю часть заменить на зоны жилые высокой плотности. Вот так вот сейчас. Джикс. Соответственно, вот так вот зарисовать.
Зарисовать. Жалко, что оно как в SimCity 4. Просто при оптимизации поверх не ложится. Если вы могли там перетянуть любую зону поверх предыдущей, она перерисуется. Будь то плотность высокая, низкая или средняя. Так, все, окей. Пусть вот так вот будет. Бряц-бряц. Ага. Исчезают там, да? То есть не просто так. Ну хорошо, давайте посмотрим, что будет. Смотрите, работаем надо. Не забудьте, станция метро появилась. Так, поперли высокие дома. Отлично. Так, ну теперь нужна промышленная и деловая. А вот деловая теперь может быть и здесь. Смотрите, давайте сделаем сейчас в каком-то одном месте деловую зону. А вот, например, вот здесь, вот в этом месте, вместо вот этих элитничков, сделаем здесь деловую зону. Вот так. И поглядим, чего она нам даст. Вот сразу, смотрите, как тух-тух-тух-тух-тух начали расти. Как на дрожжах. Нормальная эксплуатация, все как положено. Так, спрос уменьшается. Но он еще все равно достаточно велик. Спрос достаточно велик. Здесь пошла работа, здесь пошла. Ну, сейчас посмотрим, пусть достроится до конца. Потому что у меня есть подозрение, что она не до конца. Вот смотрите, у нас получается здесь такой же райончик. Здесь и жилые зоны, и деловые, и коммерческие. То есть, как говорится, город сам в себе. Здесь у нас тоже... Что здесь? Вот ты елки, а. Доход 2365, прибыли, население. Ого, деловая все равно хочет быть самой активной частью населения. Тогда у нас есть здесь увеличенная плотность. Давайте сделаем вот так. Вот я сейчас вообще пойду на хитрость. А что если мы сделаем вот так? То есть у нас получается будет здесь деловая зона, окруженная, грубо говоря, жилой зоной. И ребята могут просто пешком даже ходить на работу. Не надо им никуда даже будет ездить. Смотрите, как активно зарастает деловая зона. Так, я такому мечтать не стал. И не смел. И не смел, и не стал. Так, и даже уровень повысили. Смотрите, как красиво все. Так, что у нас с образованием там? Во, умнеть начинают. Так, но школы маленькие, надо добавлять. Средняя школа вообще уже не справляется. Средняя школа, значит, давайте и будет, 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 будет. Например, где-нибудь вот здесь. Вот. Здесь у нас получается, что... Да, две школы здесь, но у нас район настолько плотно заселен, то приходится ставить школы так плотненько. Парк тут вообще уже потерялся. Нет, еще нормально. Все хорошо. А что у нас со стоимостью земли? О, ну, в принципе, смотрите, тоже неплохо достаточно. Здесь стоимость земли даже очень-очень неплохая. Кстати, у меня здесь нет ни одного парка. Давайте посмотрим, что вот это у нас может быть за парк. Куда бы тебя поставить? Вот сюда. А, это паркинг лот. Вот что, это парковка. А, ну ладно, тоже хорошо. Но это не то, что я хотел. На самом-то деле.
Парк это здоровый. Мне поменьше. Мне поменьше. Где тут у нас дорожка? Вот у нас есть дорожка. Вот. Вот у нас есть наша дорожка. Вот здесь будет такой вот парк. И рядом пожарники. Ну, вообще красота. Стоимость земли еще больше выросла. Так, Твиттер, закрывайся. Так, доберутся руки у меня до дороги или не доберутся? Надо бы апгрейд, наверное, какой-то сделать, что ли. Давайте посмотрим, что я могу. Ага, оно убьет ее, значит, да? И расширит саму зону. Хорошо. Тут нельзя. Тут можно. Тут сейчас нельзя будет из-за свалки. А это что у меня такое? А, клиника. И кто еще? Полицейский участок. Ну, давайте его передвинем. Проблема что? Один сюда. Вот за это вот, за то, что можно перемещать, тоже там молодцы ребята, которые придумали такую штуку с перемещениями. Так, вот теперь я уже вижу, что у меня бульварная система. И надо выводить эстакады. Значит, одностороннее движение. Здесь можно и обычным ограничиться. Или лучше двойным. А, мне улучшать не надо. Мне надо строить. Мне надо сделать вот сюда. Потом поднять это все дело. Не. Вот так. И вот. Ну, где ты там? Во. Вот так. Немножко закрутил, ну да ладно. Это будет вот так. И где-то стык в стык вот сюда. Во. Вот так. То есть, только, блин, стоять не так это. Не так. Все. Не так и не то. Здесь двухсторонняя дорога, а мне нужна односторонняя была. Блин. А такой односторонней нет, есть только такая шоссейная. Да, ну давайте сделаем шоссейную, хорошо. Значит, в сторону. Потом поднять. Потом перекинуть ее вот так вот. Где там? Нет, тоже мне не нравится. Вот уже я хочу поднимать. Ну. Что такое? Неправильная форма, слишком короткое расстояние, слишком крутой наклон. Это вот из-за этой дурочки. Вот так. Пройдет? Не, а не пройдет. Надо выше делать эстакаду. Попытка номер 12. Дорожное строительство имеет определенные нюансы. Вот так. Это совсем уж закрутился. В ту сторону. И здесь совсем... Нет.
И в произвольном порядке под прямым углом сойдемся. Да, вот такая вот будет массивная дорога с односторонним движением. Вот только сюда. Да, здесь, конечно, не фонтан для водилы за счет этого изгиба. Но ничего, пусть рулят. Пусть рулят. На выезде у нас не так много народу. Эти рассосутся. Вот здесь я бы сказал, переделать тоже надо. Тут у нас так. Тут у нас так. Тут у нас вот так. И будет это здесь. Вот. Ага. Не влазит. Хорошо, давай вот так. Вот здесь одностороночка. Ой, блин. Три ряда, два. А разойдутся сейчас. Здесь будет проход оттуда. Там будет пробка. А здесь будет напрямую. Вот так. Вот пускай будет вот так. Попробуем сейчас. Да, вы можете сюда на разворот уйти. А здесь пробочка. Да? Ну, мелкая дорога. Апгрейд этой мелкой дороги. Место занято автобусной станцией. Хорошо. Автобусная станция. Спасибо за службу. Будешь здесь жить. На углу. И, соответственно, о, вот такой вот сок. Да, я могу и это расширить, раз такая пьянка пошла. О, такой уступ нифиговый. Ну вот. Да, все они страдают определенной проблемой. Вот что вы сюда лезете, когда у вас есть здесь вот просто прямо вот дорога большая. Видимо, немногим сюда надо. Ладно. Разберемся, что у нас тут. 2900 плюс 37, 8200, если я не ошибаюсь. 8500. Так, 8500 и спрос на промышленную зону. На промышленную зону. Ну, раз так, то у меня здесь есть уже возможности по ответвлению. Давайте сделаем вот. Привязочку. Вот так. Вот одна будет зона. Это односторонка. Да, односторонка. И давайте мы ее вот сюда завернем. Это будет односторонняя зона. Здесь мы сейчас поставим промышленность. Где там наша вода? Вода, вода. Кругом вода. Сразу проведу сюда, потому что знаю. Ай! Блин. Посмотри на газость. Ну. Один неловкий скачок. Что у нас тут с электричеством? Откуда оно идет? От угольной станции, я понял. Ты не работаешь, да? Ну, пускай вот там будет. Не очень хорошо, но что делать? Кому легко сегодня? Так, тут все лесная промышленность. Тут красота, синие офисы. Все работают, он на третий уровень пошли. Это при том, что университета еще нету. Что у нас тут?
Тут у нас преступность. Значит, где наши полицаи? Вон одни тут. А вторые пускай будут вот тут. Так, что тебе надо? Жилых зон еще и промышленности. Промышленности я тебе дал, но мало. Так, давайте мы сейчас сделаем с промышленностью хитрый финт ушами. Мы сейчас сделаем зону, которая будет аграрной. Хочу зарисовать вот это вот. Сейчас посмотрим, где ресурсы. Вот ресурсы. Будем считать, что я запомнил. Вот это вот будет аграрная у меня зона. Бирч Хайтс. Не. Никакой не Хайтс и не Бирч. Будешь банальным фарм. Политики. Так, тут бесполезно. А тут тоже, в принципе, ничего для меня и полезного нету. Да, у меня только вопрос, как тебя специализировать? Хочу, чтобы ты была вот. Вермерская. Тогда мы сейчас здесь строим такие дорожки. Сейчас мы посмотрим. Я сейчас сделаю, наверное, идеальный круг вот вокруг вот этой зоны. Как-то ты вообще привязку дашь мне? Как-то отсюда. Где привязка делась, слушайте? Потерялась? По окружности привязки вообще нет никак. А что такого нажать, чтобы у меня была привязка по окружности? Это не очень нравится. А что у нас кольцо даст большое? Не, ну это, по-моему, перебор. Хотя большая часть дороги займется вот этой штукой. Такой клевер еще есть. Такой вот у нас есть. Такой. Прикольный. А это маленький. Но я чувствую, буду строить самостоятельно. Это что? А, отдыхи. Значит, еще раз вот этот круг. Долго запрягаю, но быстро поедем. Так, ладно. Включу на всякий случай. Будем считать, что первое вот как-то так. Вот. Ну, будем говорить, что это 90. Ну да. А такое же 90. Мне 18. У нас тут круг прикольный получился. Через самую жирную зону. Теперь двухсторонний пробег. Вот так. Ну, чтобы зоны достроить. Теперь мы строим индустриальные зоны. Замалевываю это все внутри. Будет хавка наша собственная. Вот цветуёчек. Так, фармленд. Теперь давайте сделаем. В какую сторону у нас туда движется? Ух ты, я как начал строиться без электричества.
Так. Какие вот интересные постройки. Тут тоже двухстороночка будет. Какая-нибудь такая интересная. Это далеко. Тут, например, вот так. Ну, что-то такое, типа. Посмотрим, что из этого выйдет. Значит, все они будут двигаться по единому кругу. Да, я вижу, что воды нет. А въезжать вы будете... Знаю, откуда они будут въезжать. Ну, прикольно так получилось. Въезжать вы будете вот отсюда. Вот, например, вот так. И выезжать отсюда будете так. Только по кругу. Да. И я буду контролировать все ваши телодвижения. Давайте вот так сделаем. Здесь сейчас начнет расти. Я надеюсь. Не начнет. Блин. Ну на тебе. Вот так тогда. Вот и проводная труба. Фермерская земля. Вот сразу тут какие-то, видите, такие футуристические фермы достаточно. Но зато хрюшкин храп я слышу издалека. Это факт. Фармленд сразу второго уровня. Ну что ты здесь не растешь? Я ж тебе только провел электричество, а ты опять взял не расти туда. Ну что ж ты такой вредный, а? И электричества тебе хватает. Так, ну надо, чтобы тут кто-то жил. Кто-то жил. Давайте посадим кого-то. Чтобы он жил. Вот так, например. Например, вот так. И поглядим, что из этого вырастет. И вырастет ли из этого что-нибудь. Да, вон первый домик начал расти. И вот тут будут фермеры жить. Взрослые, подростки, дети, без образования. Ну, фермеры. Отлично. Здесь у нас уже... О, здесь у нас уже, смотрите, движняк пошел. Надо рулить. Давайте мы отсюда добьем вот сюда. А вот эту дорогу в принципе снесем. Все, только автобусы будут уезжать. Так у меня теперь вопрос. А как транспорт? Ха-ха-ха. Круто. То есть они перестроятся, я надеюсь, со временем. Сами. По себе. Или они так и будут ездить? Давайте тогда переставим автобусное депо, например, вот сюда одно. Сюда второе. И окончательно снесем этот кусок дороги и кусок электропередач. Вот, пошустрее задвигались, но меня интересует все-таки круто. Он вроде понимает, что туда надо ехать, но как-то не так ему.
Ладно, посмотрим сейчас. Чего не хватает? Работников не хватает. Жилых домов не хватает тебе, да? Автобусы. Не, автобусы нормально, ездят, все положено. Так что все окей. Ну вот так. Кому электричества не хватает? А, вот тут разрыв пошел. Обрыв сети. Вот так, все нормально с попухом. Это чего? Слишком мало служб. Каких служб? Ладно, разберемся в следующий раз. Вот. А на сегодня все. Спасибо, что смотрели. В этот раз мы построили фермерский участок, в котором пока что не хватает работников. Но это дело такое. Разберемся в следующий раз. Все. Всем пока-пока. Спасибо. И до следующих встреч.